Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я приветствую всех коллег, которые собрались на площадке Международного мультимедийного пресс-центра информационного агентства России сегодня. Я с радостью говорю о начале нашего сегодняшнего круглого стола, который называется «Здоровый образ жизни. Залог долголетия». Согласно майским указам президента Российской Федерации Владимира Путина, поставлена задача увеличить продолжительность жизни 2030 года до 80 лет. Конечно же, многие связывают, что здоровый образ жизни как раз и является основой, от которой мы сможем оттолкнуться для того, чтобы достигнуть таких масштабных задач. Сегодня мы с нашими уважаемыми гостями поговорим как раз о как осуществляется пропаганда здорового образа жизни в нашей стране, как вовлечь граждан, в том числе пожилого возраста, в систематические занятия спортом, как обеспечить доступность для них занятий спортом. Об этом и о многом другом поговорим с нашими гостями. С удовольствием их представляет почетный президент Олимпийского комитета России, советник-наставник мэра Москвы Ленин Касич Тигачок, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Владимирович Привоносов и заместитель председателя Союза пенсионеров России Владимир Петрович Клоницкий. Я приветствую всех уважаемых гостей. Спасибо большое, что нашли время в своем плотном графике и присоединились к нам. Но давайте, наверное, разбираться по ходу, потому что по последним, наверное, исследованиям россияне не то что не придерживаются здорового образа жизни, не все понимают, что означает такое понятие, как здоровый образ жизни. Леонид Васильевич, первый вопрос к вам. Что для вас здоровый образ жизни? Во-первых, придерживаетесь ли вы, на ваш взгляд, здорового образа жизни? Как дела обстоят в нашей стране конкретно с этим понятием? Прошу. Но для меня лично и для всей страны этот вопрос сверхважный. Почему? Потому что мы, когда становимся молодыми, за счет своих родителей привлекаем все свои возможности научиться и быть спортсменами. И мне лично повезло в жизни, что я был спортсменом, членом сборной СССР, затем 20 лет главным тренером сборной СССР по горным лыжам и сноуборду. Потом много лет министром спорта и туризма нашей страны. И в последние годы президентом Олимпийского комитета нашей страны. Такое поколение наше. Обращаю внимание, что мы вот с Леонидом Васильевичем здесь, вот коллега седой Васильевич. Да, кстати, вот здесь вот молодые, я вам скажу, мы ваше будущее. Если, конечно, дожили. Поэтому я вам этого желаю. Относитесь к нам, да, как к вашему будущему. Смотрите, вы не делаете правильно то, что мы делаем, либо там, да, корректируете. Так вот, наше поколение родилось после военной бэби-бум, так называемый, когда после Второй мировой войны приехали отцы и стали штамповать по всему миру детей. Я вот 49-го года рождения. Папа мой воевал. И вот мы все родились в благополучное время. Мы получили хорошее воспитание, хорошее образование. И мы участвовали в создании страны Советский Союз в пик его развития, 60-е, 70-е годы. Все исследования показывают, высшая форма, высшее развитие государства в форме советской власти. Потом начался спад. Мы в это время были, мы, что называется, творили. Поэтому характеристика, чтобы понимать, а как людей привлечь, характеристика какая? Активные. Вот везде, вот глаза горят, вот на Спартакиаду молодые приходят, мы поражаемся. Активно, победить хотят, интересуются, помогают друг другу, цель есть. Неравнодушие. Это очень важный элемент, почему люди, пожилые нашего поколения, стремятся в том числе заниматься спортом. Кроме того, таким образом мы обратили внимание, ну я обратил внимание, как позиция СП, о том, что понятие массовый спорт вполне подходит. Сегодня он соревнуется у нас, а дома он тренирует, физкультурник, поэтому необходимо развивать эти направления. Спартакиада пенсионеров России. Пятое. Пожалуйста, еще вопрос такой. Да. Вот все-таки мы идем к тому, чтобы повысить пенсию, пенсионный возраст. Вот ваше мнение, вот, может быть, я понимаю, нельзя быть молодым пенсионером или старым пенсионером, пенсионер. Вот как здесь быть? Мое мнение такое, что есть экономические глобальные процессы, мировой опыт, когда если не реформа, то просто может наступить момент, когда государство не сможет выполнять свои обязательства. Но при этом очень важно, вот с нашей точки зрения, это те льготы по медицинскому обслуживанию, по санаторно-курортному лечению, чтобы они в рамках этой реформы сохранились, и чтобы, несмотря на работу человека или на пенсии, как можно большее количество наших граждан могли вовремя получать диагностику и вовремя проходить диспансеризацию и лечение. Все, спасибо большое, всего доброго.